Привет! Меня зовут Алишер Еликбаев, я работаю на сайте chocotravel.com. Совместно с национальным авиаперевозчиком компании Air Astana мы берем случайных прохожих, встреченными нами на улицах Алматы, и отправляем их по городам Казахстана. В прошлый раз наш герой летал в Шымкент, до этого бабушка отправилась в Астану. Сегодня в алматинском метро мы будем искать героя и будем отправлять его к морю. Я видел метро в десятках городов, и там всегда есть люди. Алматинское метро в этом отношении уникальное. Здесь практически всегда очень хорошо и прохладно, и народу практически нет. Здрасте. Есть минутка? Есть минута? А, не-не-не. Минутку? Не-не-не. Девушка, здрасте. Не уходите, пожалуйста. Хорошо. Полетели в Актау? В Актау? Да. Сейчас? Нет, не хочу. А вы когда-нибудь были? Нет, не был. А почему не хотите? Ну, вопрос. Наше метро не очень рассчитано на людей моего роста. Мы хотим вам предложить полететь в Актау. В Актау что я буду делать? В море искупаться. Нет, спасибо. Это чудесный казахстанский город. Вы что, не хотите? Нет, хочу, конечно, но не смогу. У вас все хорошо? Да. Почему вы в каске? Это моя работа. А кем вы работаете, космонавтом? Да. Полетели сегодня в Актау? Зачем? Мы вам город покажем. Вы были когда-нибудь в Актау? Нет, не была. Удостоверение с собой? С собой. Полетели. Через полчаса самолет. Не могу, к сожалению. В Актау? Нет. У вас такая же почти рубашка, как у меня. Здорово. Как вас зовут? Владимир. Куда едете? Конечная станция Москва. Альтернативное времяпрепровождение, если предложим. Ну, я бы сходил в горы. А к морю? Ну, с удовольствием. Полетели. Через полчаса самолет. Должно быть у вас при себе удостоверение? При себе? Оно есть. Да. А, и вы не должны быть никогда в Актау до этого? А, никогда не был. У меня деньги дома. А вам не нужны деньги? Да. Поехали. А что вы знаете вообще об Актау? Знаю немного, но слышал только хорошее, что люди гостеприимные. Слышал, что готовят бешбармак из рыбы. Ну, пока не все. Вот на этой красавице, Владимир, вы поедете в аэропорт. Надеюсь, вас устраивает такой? Да, я даже не знаю, что сказать. Ощущения великолепные. Такое ощущение, как будто мы летим, а не едем. Круто. Чувствуется запах Каспийского моря. На самом деле Каспий – это наша родина, и вот все это вот так у нас, как на ладони. Красиво, грандиозно, масштабно. Я счастлив, что я попал сюда. Всем на Каспий, всем купаться. Someone, so why you here in my arms? Let's make the most of the night, like we're gonna die young. Опа! Красота! You gotta cry.
Я отбил себе все бока, но знаете, это прекрасно. Новые ощущения, новые ассоциации. Это здорово, ребята, это непередаваемо. Славный город Актау, очень вкусный бутерброд с черной каспийской икрой. Прекрасно прошел день. Ну, эта сказка заканчивается. Через пару часов у меня самолет, и я возвращаюсь домой, в свой родной город, в Алмату.